Здорово-здорово, дорогие друзья, с вами Булкин, добро пожаловать на новенькую серию прохождения легендарной GTA 3. Друзья, в общем-то это, ну я даже не хочу сейчас представить, я сейчас опять, да, выйду, здесь будут машины друг в друге. Опять эта порнуха, блядь, начнется или нет? Что-то меняется в этом городе. Короче, друзья, могу сказать для начала S-стабильность. Кстати, я когда еду по этой улице, обычно это говорю. Короче, я так понял, что среднее количество, вообще вот, знаете, чисто такая рамка, планка для нас, по лайк, точнее, ну как бы, да, для нас, они заебали прыгать под колеса, серьезно, это полный пиздец. 13 тысяч лайков каждая серия набирает. Короче, ребят, спасибо огромное вообще, вот, но это что-то невероятное. Не знаю, почему именно GTA 3 так вот именно, вот просто вот эта вот традиция какая-то. Друзья, давайте так, если каким-то образом эта серия набирает 20 тысяч лайков, следующая серия по GTA 3 прохождения будет ровно час. Ну хорошо, ровно у меня не получится, но не меньше часа. Все, я сказал, вы знаете, если я говорю, то я сдерживаю. Че, пацаны, на мушке? Ну, это мы уже как бы это... А, нет, подождите, за тобой хвоста нет? Хорошо. Похоже, я прыгнул выше головы и перешел кому-то дорогу. А, кое-кому. Я так понял, что ЦРУ имеет долю от продажи спанка. И они убирают тех, кто мешает картелю работать. Я у них на мушке, мне нужно быстрее сваливать. Мой самолет вот-вот отлетает, гони в аэропорт, я хорошо заплачу. Бля, я чувствую сейчас какую-то подставу. Напоминаю, мост под наблюдением ЦРУ, тебе придется найти другой путь. Может, ты останешься тут, блядь? Серьезно, нахуй мне такие проблемы сейчас вот. Ай, блядь. Я это не проходил, ребят. Наверное... А, еще время идет, блядь! Иди сюда, сука! Ты где, идиот, блядь? Ты идиот? Садись, блядь! Так, стоп. Мост под... Так, подождите. Куда, блядь? Да как поймешь без карты-то, куда ему надо вообще? В какой? Третий город? Подождите, есть кроме этого моста этот мост под наблюдением ЦРУ, да? То есть я на него лучше не лезть. Можно я просто, блядь, я сейчас обломлю... Не, ладно, раз сказали, что другой путь... Блядь, нужен... А, подсказка какая-нибудь будет, блядь! Ну это пиздец, пацаны, это полный пиздец, конечно. Чё, пацаны, пристань, блядь? Ну давайте попробуем на пристань. Я реально, ну я, блядь, я действую просто сейчас, не знаю, правильно или неправильно, пацаны, но... Других особо вариантов нет. Тут есть кораблик, блядь, иди сюда. Ага, хуй с маслом я только получаю, блядь, а не кораблик. Слышь, блядь, короче, в пизду этих ЦРУшников. Давай-ка мы с тобой сами справимся. Садись, блядь. Давай быстрее уже, а, дедок, блядь. Ну, вот что-то, блядь, как-то хардкорно пошло. Мне это прям не нравится даже. Чувствую себя каким-то, блядь. Чё, все, пиздец, да? Наверное, надо было ехать к Асуке на побережье, а там брать катер, да? То есть уже, я так чувствую, я обломал эту миссию. Ну, давайте еще тут посмотрим пристань. Ну, я думаю, что, ну, нет смысла на мост лезть, если нам сказали, что не лезть туда. Ну, давайте по приколу, ладно, раз уж я уже запорол, как всегда. Отлично начало, ну, ладно, друзья. Я попробую просто на мост. Реально, что вот произойдет, если мы поедем, переступим все рамки и поедем на этот ебучий мост? Неужели будет настолько все плохо? Спасибо. Блять, там был проезд. Ну, типа, я так предполагаю, что это намек на то, что я должен ехать к Асуке, потому что у нее стоит все время катера там. И, типа, мы оттуда переплывем. Ну, давайте, вот мне просто интересно. Я забил хуй. Мощно, блядь. В натуре мощно было, блядь. Я что-то, знаете, я просто думал, будет... Ну, вот, вы тоже, наверное, предполагали, что будет надпись эта ебучая. Миссия провалена, ЦРУ засекла вас, блядь, типа, все нахуй. Ага, тут по полной программе меня отшлепали, блядь, просто очередью. А тут напоминаю, что тачка-то не загорается, она сразу взрывается. Нихуя, ты еще... Это первый человек за все время прохождения GTA 3, который после того, как я спиздил у него тачку, решил отобрать ее обратно. Вы понимаете вообще? Это сейчас легендарная хуйня произошла. Ладно, я понял. Короче, друзья, действовать будем следующим образом. Мы поедем к Асуке. Я надеюсь, что... Эта сучка, а сучка, ну, помните, у нее там просто около ее многоэтажки есть это, катера там всякие разные. Я думаю, что с намеком на это, что, типа, мы-то проходим, мы-то помним про это, что там есть. Поэтому я думаю, что это будет хороший способ. Правда, у меня в этот раз нет быстрой машины, ну да ладно. Я надеюсь, что мы справимся. Че, пацаны, повторная катсцена? Такое, блядь, на мушке. Хуюшки, ёпт. Ладно, я это все слышал уже, поехали. Так, давай, сарпер, блядь. 3 минуты у нас есть. Где моя машина? Погнали, короче, найдем побыстрее машину. Иди сюда. Быстрее только. Вон читак проехал, блядь. Сука. Ну, блядь, побыстрее машину, да? Где он? Блядь, он тупой? И так времени нихуя нет. Ты идиот или кто? Пожалуйста, сядь в машину. Лэндсталкер, окей. Пацаны, я надеюсь, я правильно все понял, потому что это... Я тупой, вот был Инферно, что я не хочу в него пересаживаться. Так, мы просто едем по этому берегу. Вот там есть еще пристань. Подождите, а сука, где она живет? Она же живет.
Мне нужна эта сторона по-любому. Здесь вообще должно быть все проще, нежели вот реально представлено. Потому что я уверен более чем, что... Ну какой, ну типа, какой имеется в виду другой путь? Вот какой, кроме как катера? А катер только у этой ясучки. Ну здесь нихуя нету. Ни лодки, ни хуя... А почему нет подсказок, блядь? Я тупой, может, я вообще, блядь, балбес нахуй. Я, может, не шарю, вообще не понимаю, во что я играю, блядь. Это что за игра-то вообще? Я, может, вообще не понимаю, реально. Блядь, ну это просто полный пиздец. У Асуки корабль-то стоит на другой стороне, блядь, катер. Сейчас бы... Да в пизду, ну это бред, блядь. Я просто не... Блядь, это полный пиздец. Ладно, мы попробуем что-то. Может быть, нам дадут дополнительное время, когда я, типа, найду ответ на загадку. Сейчас бы третий раз перепроходить миссию. Но, друзья, опять же, я оставляю все как есть. Вы просили меня много раз, чтобы я... Так, вот тут у нас еще пристани. Ну да, вот нам эта сторона нужна. Мы сейчас, в принципе, едем к Асуке. Я могу здесь, конечно, не прогрузиться, эти ебучие катера, но, по-моему, здесь их нет. А может, есть. Давайте не будем рисковать, попробуем. Мне просто кажется, что здесь сделано так, что нам какое-то дополнительное время сейчас дадут за то, что мы, типа, нашли дополнительное... Все, пожалуйста, бежим. Бежим, блядь. Ну только беги, пожалуйста. Ну старпер ебучий, беги, пожалуйста. Просто беги, давай, давай, беги, беги, беги. Минута ебаная, блядь. Вот как это, вот, ну как вот, ну хорошо, ладно, я если бы... Какого мимо Рэя проехал, бля, Рэй, ты тупой, блядь. Куда я проехал мимо него? На, может, на своих, блядь, двух ногах проехал мимо него? Дайте мне дополнительное время. Алло. Это невероятно просто. Садись. Блять, какой же ты идиот. Я надеюсь, он держится, блядь. Мне не дали дополнительного времени. Меня очень смущает, блядь, как он стоит. Очень, блядь, смущает. Он, блядь, он нормальный вообще, нет? Ты вообще придурок, блядь, или кто? Блядь, жизнь висит на нитке, а думает о прибытке, ёпта. Ну серьезно, что, нормальный, нет? Заебись, остается вообще, нет, чувак? Бля, я не успеваю. Как это вообще возможно, нахуй? Я через этот, через эту сторону, ну, быстрее всего, но... То есть я должен сразу пиздохать до сюда, чтобы взять катер и переплыть на другую сторону? Вообще, чё, блядь? Что, нахуй? Это чё за бред, блядь? И чё он куда сейчас денется? Можно вопрос? Просто ушел, блядь. Рэй опоздал на самолет. Красавчик! Молодец! Что, блядь? Это что за хуйня? А. Угу. Я понял. Это уже ограничение карты пошло. То есть я бы еще и не с той стороны поехал, да? Значит, все-таки нужно с той. Так, подождите. Друзья, я все-таки уйду на паузу, чтобы сейчас, ну, серьезно, это будет полная хуйня. Мы опять пройдем две миссии за серию, поэтому давайте я сейчас продумаю все. И если я поставлю просто катер где-то поближе, вы знаете, что он пропадет. Я думаю, это не стоит даже обговаривать. Поэтому сейчас, друзья, я продумаю весь маршрут. И это, сейчас, короче, все будет. Андрюха, Санечек, Ванечек и Стас. Булкин Кейс знает каждый из вас. Нет сайта лучше, ты со мной согласись. Ведь Булкин Кейс заеби. FIFA 18, GTA 5 за копейки. Рандомы, призы, позитив и битейки. Тетя Люся, за стол зацепись. Ведь Булкин Кейс заеби. Розыгрыш игр, выгодные рандомы. Лучшие цены на игры знакомые. Не ленись, игрухой обзаведись. Ведь Булкин Кейс заебись. Пока Семёныч пиздит колесо, заходи на Булкин Кейс и во всем сам убедись. Ссылочка в описании. Ребят, вот сейчас нихуя не смешно. Здесь это опять ебучая труба. То есть здесь с учетом того, что я от Асуки не могу ни с какой стороны подъехать к этой хуйне. Я специально поехал, потом не стал пробовать, слава богу, с миссии, блядь, это сделать. Так, тогда получается у нас остается два варианта. Либо, блядь, тут вообще дело не в этой хуйне. Я сейчас, можно, да, я сниму это, потому что я знаю, что это... Не, слава богу, блядь. А, нет. Я все-таки... Все, да? Не смогу забраться, блядь. Ладно, блядь. Окей, хорошо. Охуенная игра. Так, ладно. То есть... У меня нет вообще домыслов даже, блядь. Как я могу еще по-другому... Попасть... простите меня, в другой город, кроме как через тот ебучий мост. Ладно. Давайте все-таки... Я не буду обрезать, потому что какая-то...
пиздятинка происходит, вот такая, знаете, прям попахивает пиздятинка. Не чувствуете? Я вот чувствую очень отчетливо. Мы сейчас возьмем еще раз эту ебучую миссию, поедем. Ну там нету вариантов, блядь. Ну вообще нет вариантов, понимаете? Вообще, блядь, нету вариантов. Каким раком я еще попаду туда? Что за хуйня? Мне сейчас, знаете, я сейчас вспомнил себя где-то году в 2003, когда я не мог пройти какую-нибудь игру, я смотрел текстовое описание прохождения. Тогда же не было Ютуба. Я смотрел, были сайты, не помню какие. Можно было открыть конкретную миссию и прочитать, как ее проходить. Понимаете, если хотел сейчас то же самое сделать, ну только проще зайти на Ютуб и посмотреть именно эту миссию. Потому что, блядь! Как? Я либо тупой вообще и вот сейчас опять же, это как с покраской, помните тогда? Когда можно было звезды покрасочкой снять, а я блядь, тупил очень жестко. Типа, блядь, завалить этих пидорасов на мосту? Ну такое, блядь. Что-то мне кажется, тебе придется найти другой путь. У меня нет оружия. Ладно, так, хорошо. Давай поедем на мини... На мини... Вене уже не... Он не садится. А, вот садится. Поедем на мини-вене, хотел сказать я, но мы не поедем на мини-вене. Чувак, садись. Я не знаю, какой, блядь, может быть другой способ. Давай, да, копы. Нормально. Вот этот ебаный мост. Другой дороги туда нет. Катеров здесь нет. Я люблю омлет. Охуенно, классненько, прикольно. Прыгай. Так, ага, здесь у нас получается мост. Так, давай сядем в машину просто. Так, у нас копы тут. А то, что как бы ЦРУ, типа, похуй, да? Ой, ЦРУ не похуй, а... Я просто хочу посмотреть, может здесь корабль какой-то затаин. Но я хочу вот реально понять для себя. Ну как вот еще-то, блядь? Либо это все-таки с учетом того, что я должен как бы... Все-таки... Потому что я чувствую, что, блядь, у меня такое ощущение реально на корабле, кроме как с первого на второй город не приехать никак. Короче, пацаны, давайте пробовать еще раз через этот ебаный мост. Нету других, блядь, способов, серьезно. Ну нету, блядь, нету! Что, я не знаю, какой еще может быть, блядь, способ? Только угандошивать их, ну, как вы понимаете, сейчас я не смогу этим заняться, хотя... Так, я... Иди, пожалуйста, коп, гуляй, блядь, ну, пожалуйста, иди отсюда нахер! Ну, серьезно, блядь, пошел отсюда в пизду, блядь! Так, охраняет ЦРУ мост, да? Так, если мы поедем по встречке, блядь... Да хотя они, блядь, там ебошут просто жесть, я не знаю, как-то прикрыться надо, либо быстро проехать... Не, пизда, короче, да? Пиздец. Это нереально, не, проехать нереально. Ладно, блядь! Будем мочкарить их, сука! Наверное, это другой способ имелось... Зачем путать всеми словами? Что значит найди другой способ? Какой другой способ, если, блядь, другой способ называется замочкарь, блядь, всех ЦРУшников нахуй на мосту? Пацаны, это реально та самая история, когда я реально, блядь, застрял на миссии. Все, я полностью, блядь, в бронежилете, в полном, блядь, экипировке. И я со снайперки сейчас буду их просто ебашить. Иди сюда, блядь. Что ты кричишь? Я тут, блядь! Ну пойди ты, заебал! Что ты машешь, блядь? Ну ты тупой! Времени и так нихуя, мне еще их гандошить на твой самолет ебучий, блядь, ты мог... Мразь, блядь. Блядь. О, хорошо. Это хороший вариант. Прям, да, копы, вы ничего не видите? Садись, пожалуйста, пожалуйста, садись, это наша машина, все. Полис! Блядь, полис! Говно ебаное. Так, ладно, сейчас главное остановиться очень, блядь, вовремя. Потому что вы сами понимаете, да? Каким раком они знают, правда, что мы именно на этой тачке? Это уже вопрос другой. Ага. Привет. Ебать, сколько их там, вы прикиньте. В натуре просто пиздец какой-то. Просто пиздец. Сколько их тут стоит? Поехали. Надеюсь, это все или хотя бы, блядь, там мост развели. Так, подождите, надо быть внимательным. Я думаю, что не только в начале моста они стоят. Другой путь, да, выбрать? Другой путь выбрать под названием... Пиздец, как это можно вообще успеть? Прыгай. Прыгай, прыгай. Нахуя ты вообще выходишь из машины? Сиди, сука! Так. Блядь, если на этой хуйне сейчас тоже они будут, это будет вообще не смешно на самом деле. Бля, пацаны, главное вовремя увидеть. Если я сейчас облажаюсь в какой-то момент. Так, наверное, в конце они еще стоят, да? Типа середина, начало середины. Угу. В конце, блядь. Ёбнуться, миссия-то реально сложная. Мне кажется, я малой был бы, если бы я не прошел бы это.
Ну, типа, я бы запутался по-любому, если бы увидел эту надпись. Найдите другой путь. Пиздец, их наставили, вы посмотрите, просто полный пиздец. Пиздец, он еще бронированный, сука. Поехали, 50 секунд, чувак. У нас две звезды, если что, так-то. Бля, надеюсь, даже если есть, в принципе, похуй. Все, едем. Хотя, блядь, на самом деле, нихуя не по... Пиздец! Да дойди, блядь! Поехали! 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 Сука! Ты специально, блядь? Вы специально, блядь? Пизда нам! Выпрыгивай, мужик! Оружие, блядь! Мрази! Суки! Суки! Суки, пустите, суки! Суки, бля! 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 Чего, блядь? Подождите, я посмотрю прохождение этой миссии. Позвольте? Еще я в этом ебаном... Я его, блядь, сжечь готов, этот город. Он меня бесит, блядь. Здесь одни неприятности. Я не прошел нихуя. Ребят, я пошел смотреть, как проходить эту миссию правильно. Просто мне такое ощущение, что, блядь, ну это типа для киберспортсменов. Нет, это, конечно, не сложно, но вот копы мешают, пиздец. То есть, в принципе, можно уложиться. Но мне кажется, что, сука, я еблан, и, скорее всего, здесь есть другой способ. Я сейчас гляну, и если, блядь, тут реально есть другой способ, я буду угорать сейчас вслух, как не знаю кто. Сейчас, друзья, вернусь. Короче, пацаны. Можно просто официально мне... Я думал, сейчас сдохну. Можно официально меня ебланом назвать? Оказывается, в этой игре существует тоннель. Посмотрите просто на мое лицо. Когда через, сука, 17 лет после выхода... Да, я смотрю не вебку, я знаю. У меня хоть и плохое зрение, но я смотрю специально вперед. Через 17 лет после выхода игры, ты понимаешь, что в третий город был тоннель. Это, блядь, то же самое, что узнать, что Деда Мороза, блядь, не существует. Короче, ребят, можете официально назвать меня ебланом. Я специально не беру тот Инферус, потому что нам нужна тачка поживее. Вот, например, этот Банши было бы сочно забрать сейчас, спасибо. Ладно, поедем на гов... Нет, блядь, нам нужно... Банши! Нет, он сейчас поедет, сука. Нет, не поедет. Никуда ты не поедешь, блядь. Иди сюда. Да. Спасибо. Садись! Короче, нам нужно пиздохать на север. На севере есть заезд в тоннель. Блядь, сейчас просто мой мозг сломался. Просто... А, ебать, меня еще снизу атаковали. Ой, сверху, охуеть, блядь. Вот это пиздец. Сейчас бы огрести просто так лишний раз. Так, вот у нас где-то здесь есть дорога, короче. Въезд тоннель. Сейчас мы его найдем. Блядь, я просто в ахуе сейчас, ребят. Блядь, что происходит вообще? Как, блядь, как? Да, блядь, как вообще? Ну почему? Что вообще, что? Блядь, как? Сейчас, друзья, где-то вот здесь сейчас будет въезд, оказывается, в ебаный тоннель. Я правильно же посмотрел? Или я, блядь, опять не туда еду? Здесь. Вот он, блядь, сука. Тоннель, оказывается, есть. Вы прикиньте. Не, блядь, что-то знакомое, на самом деле. Прикиньте, вот реально знакомое. Но почему-то у меня такое ощущение, что я на нем реально в детстве, может быть, и катался. Но что-то я вообще, блядь, про него забыл. Он на карте, как вы видите, особо никак не отмечен. Причем сейчас нас атакуют. Мы сейчас выйдем как раз-таки как бы недалеко от моста. Куда? Направо, надеюсь? Нет, налево, судя по всему, блядь. Блядь, машина дымится. Меня это, сука, смущает. Что-то вот что-то попахивает недобрым, а? Вот что-то попахивает недобрым. Я без оружия, сразу говорю, я не покупал. Нихуя, правильно. Нахуя? Не надо покупать ничего. Шашечки. Бля, пацан. Бля, тачка дымится, сука. Дымится, блядь, машина. Куда, налево? Аэропортом был на указатель. Наверное, да. Мы сейчас выйдем прямо вот около моста. Как можно, блядь, будучи пиздюком, пройти эту миссию, блядь? Все, пизда, надо машину менять, ребят. Нас сейчас, если постреляют немножко, а нас будут стрелять немножко. Вот, все, мы въехали в этот город. Сейчас мы поменяем машину на выезде. Давай, вставим в сталкер. Быстро, 50 секунд, пацан. У тебя же там самолет. Блять, я вообще, почему я спешу-то на твой самолет? Ты тупники ловишь, блять. Сядь. Все, пиздец, сейчас надо главное проскочить. Так.
Я в ахуе просто. Просто вот как можно быть пиздюком и пройти эту миссию? Вот здесь они немножко постреляют по нам. Вот здесь оружие не такое у них пиздатое, чтобы нас атаковать. Почему они вообще, откуда они, как они понимают, что... Да съебались, ну копы, вы все портите, блядь! Все нахуй портите в этой игре! Блядь. Вот себе ключ от тайника. Днем я на черный день, блин, прятал наличные и кое-какие полезные вещички. Увидимся. Мне кажется, там копы, как бы. Вот он побежал. ЦРУ, как бы, тоже, если что... Мне... Отправляйся к тайнику и забери вещи, вещички Рэя. Так, ладно. Теперь надо понять, в каком городе находится тайник. Потому что, как вы сами понимаете, ну, судя по всему, обратно надо, да, валить. Так, а валить, наверное, надо обратно тоже другим путем. Или, или там уже все... Или там уже все успокоились. Бля, ребят, это полный пиздец. Сейчас мой мозг просто ломается в этой серии. Реально, я сломал себе, блядь, мозг. Просто сломал мозг. Одной этой миссии я сломал себе мозг. Вообще во всем плане. Че, не стоят все еще? Все? Бля, слово. Нет. Я понял, пацаны, все. Ладненько, увидимся. Нет, все, не надо. Я понял свою ошибочку, все. Все. Где въезд в этот ебучий тоннель? Я забыл, где я выехал. А, блядь, так все правильно, я же выехал. Бля, где этот тоннель? Я его, блядь, вон он. Сука, реально тоннель, блядь. Сорямба, пацаны. Не хотел. Да-да, здравствуйте, до свидания. А нахуй они стоят-то? Вот мне интересно, логика GTA. ЦРУ охраняет мост, чтобы чувак не попал в аэропорт и не улетел. Но в аэропорту он в итоге, типа, спокойно, да, может улететь? Я, знаете что, я как бы сейчас не расслабляюсь ни разу, потому что я понимаю, что как бы я сейчас должен доехать, по идее. Инфернус, можно я только возьму вот этот, вот он как бы симпатичный? Ну это, блядь... Это, блядь, слишком уже нахуй, что тачка разворачивается на прямых колесах прямо передо мной. Бабуля на банше. Нормально, блядь, ебашит. Хуя я рифму сказал. Блядь, цитата прям можно. Реально, новая цитата подъехала. Так, ладно, все тихо. Сейчас надо пройти. Надо пройти. Блядь, я не помню дорогу обратно, сука. Как их теперь по указателям? По-моему, направо. Блядь, GTA 3 просто ломает меня. Как реально можно пиздить? Нет, это я не проходил эту миссию, пацаны. Значит, я не проходил GTA полностью, прикиньте. Vice City проходил. По-моему, да. Я даже помню момент. Короче, я помню, что под конец Vice City, когда будет миссия с безумным таксистом, какой-то хуйнем у нас будет что-то типа дерби, его нужно будет уничтожить. Он, по-моему, что-то как-то очень сложно уничтожается. У меня в этот момент первый молочный зуб выпал. Или не первый. Короче, я помню этот момент. Я пошел его вот так вот чик, сломал, когда проходил эту миссию. Вот у меня такие воспоминания с Vice City. Ха-ха! Прикольно, да? На самом деле нет. Так, ладно. Короче, че, пацаны, молочные зубы? Спасибо за лаг, не в, как всегда, в нужный момент. Ой, ребята. Ладно, я знаю, что мы сделаем. Хотя нет, мы пройдем сейчас ту миссию, вторую, которая вот Удариус, или как его там, дрочера этого, блядь. Потому что та самая миссия... Вот сейчас, если бы я в воду улетел, вы понимаете, я бы, наверное, вышел бы, вообще закрыл бы игру и сказал бы, что спасибо, но, наверное, хватит. Я водила, блядь, конечно, тот еще. А вот тайника не будет какой-нибудь сейчас залупы? Пожалуйста, я так боюсь сейчас потерять. Вот я сейчас поеду, сохранюсь сразу. Реально, я нахуй, моя нервная система не может больше, реально, ребят. Я не знаю, как бы. Это пиздец. И сейчас меня еще ждет эта ебучая миссия, опять с поездкой в третий город, потому что там мне нужно будет мочкарнуть кое-кого в аэропорту, ну вы помните, а потом, блядь, главное не облажаться, как я сделал это в прошлый раз. Так, ладно. Ля-ля-ля, тайник, говорите, да? Ага, и тебе того же, приветик. Сейчас здесь пизда, да, будет? Пожалуйста, не надо, а? Это мой дом новый? Хо-хо! Мой пуленепробиваемый патриот. Вау! Бля. Достойно. Достойно, пацаны! Наградили прям хорошо, блять, если бы еще этот патриот, блять, они под. Надо было еще написать патриот. Если бы этот патриот еще едет. Хотя он едет, кстати. Слушайте, надо сохранить его. Ну, мне, кстати, писали, я помню, миссию с этим одноруким воякой, что там тоже надо было сохранить тачку его, типа, она тоже бронированная. Ну, блин, если эта хуйня бронированная, это, конечно, хорошо. Так, ладно, ганы у нас есть. Даже есть этот огнемет. Сохраняемся. И, короче, я еду, друзья, проходить эту миссию на буковку D.
Бля, у нас нормально так ганов, я вам скажу. И эмочка такая заряженная с патронами. Заебись. Так, груз в очке я пересохраняю тогда. Фух, надо еще как минимум одну сейчас пройти миссию. Там посмотрим сейчас как попрет. Давайте, друзья, фаст прохождение. Фаст волк сру. Че, волк срет? Ну да. А че? Сейчас опять будет эта порнуха, да? Нет, странно, блядь. Ну слушайте, ну патриот, наверное, стоит заю. Он реально, блядь, вообще бронирован? Я просто хуй знает. Типа, он вообще прям пиздец бронирован. То есть он вообще прям не взорвется от пуль? Или он, типа, намного позже взрывается от пуль, нежели другая машина? Вот почему мы не могли его взять, когда ехали через мост? Ладно. Сорямба. Не случайно. Просто хаммер, как бы, на то и хаммер, чтобы ехать и не останавливаться. Правильно, друзья? Бля, у меня есть РПГ, это хорошо. Главное, дело не творить. Охуенно поворачивайте, пацаны. Заебись. Классно. В натуре четко. Все. Ребят, сейчас вот смотрите, реально, главное не налажать, а я надеюсь, что я не налажаю. Я не должен налажать, все, я помню эту миссию, да, вы помните, мы даже слушать не будем, надо будет ехать собрать все эти, как его, ну вы помните эти, как его, это, великий аэровор, да. Мы это, ну, вы смотрите, наверное, подряд. Короче, нам нужно ехать, собрать там улики какие-то, хуики. Так, подождите, это мы сейчас уже должны туда ехать, да? Ага, кстати, мы же можем, получается, заехать тут, тут же у нас где-то этот въезд. А, нет, не тут, подожди, с другой стороны. А, нет, не здесь вообще. Ладно, в пизду, короче, эти въезды, заезды. Все, едем, короче, сейчас в аэропорт. Там, типа, мы ищем что-то. Там его не оказывается. Мы должны добраться до другого места. Но я этого сделать не смог, потому что меня повязал коп. Но это нормально, как бы. Это на то и весь я. Так, все, здесь... Мне надо было взять по верхней дороге. Ну, ладно. Сейчас проберемся наверх. Фух, ребят, все, собрались. Собрались нормально, аккуратно, классно, четко в натуре. Пизда-то, что тут? А, это я думал, звонит. Так, ага. Здесь я, пожалуй, поднимусь. Угу, супер, класс, заебись, прикольно, мне нравится, охуенно, заебись. Так, едем, мост, слава богу, никто не караулит, можно спокойненько заняться своими делишками, да? Опять этот звончик, перезвончик, блядь, бронированный патриот, какой-то, блядь, чувак на банше, который не может полосу держать нормально. Так, опять надо ждать, да? Конечно, блядь, я же подъезжаю, надо развести это говно. Можно кого-нибудь, блядь, скину? У меня что-то все бесит, блядь. Едь, пожалуйста, вперед, не хочешь? Не? Не проедешь? Дзинь-дзинь-дзинь-дзинь-дзинь. Можно пока хлебнуть. Друзья, сегодня я изменяю Липтону, видите? У меня один только вопрос. Нахуя его поднимать? Нахуя? Для кораблей? Что-то, блядь, я не видел ни одного корабля, блядь. Что-то какой-то он хуёво бронированный, потому что он поддымливает. Хотя, может, от пуль действительно, типа, не взрывается. Я не знаю, ребят, это система, честно говоря. Я теперь боюсь по этому мосту ездить. Мало того, что я вообще его ненавидел за счет этого вообще города. Потому что он меня, блядь, бесит. Если я второй еле-еле выучил потихонечку, еще до амуниции начал наконец-то научился добираться, то третий, блядь, я вообще даже забыть хочу и не знать. Потому что это полный пиздец. Эти дебри, блядь, какие-то там вершины, хуйшины, всякая залупа. Так, ладно, давайте сейчас аккуратненько их раскидаем, там, колумбийцев этих. Так, ага. Тут у нас, короче, вот сейчас они в этом ангаре. Главное туда не заезжать. А не понимаю, вот этот, типа... Если бы, интересно, его взорвал, я бы проебал сейчас, да, миссию? Бля, нихуя себе! Ёбаный рот, да не хочу я проваливать, я заебался каждую миссию проваливать, ну ёбушки-воробушки, а, ну хватит, блядь! Ну пиздец, ну ёбаный насос, а! Ну пиздец, ну просто они меня расстреливают как щенка, блядь. На префайре, ёпт. Ты еще один, да? Двое, блядь. Блядь, меня напрягает эта хуйня, честно говоря. Биг Мэн, блядь, Биг Бен, ёпт. Высунись, сука. Зачем вот так делаю головой? Привет. Привет. Посылка должна быть в самолете, но ее там нет. Я уже знаю. Так, ребят, я, короче, тут немножко отходил. Немножко обстановка могла поменяться. Короче, это, все, в самолете нет. Нихуя. А, кстати, что было бы, если бы я на самолете попробовал туда полететь за этими Колумби... Паланти Констракшн? На острове Саунтон есть сад настроек, возможно, они повезли груз туда. Ну, блядь, в прошлый раз я туда не доехал, потому что ебучие копы... А, угу. Сейчас бы патриотик свой бросить, который у меня... Что сейчас будет за звуки? Не, кстати, у патриота, я не знаю, надо попробовать взять обычный
Потому что у меня такое ощущение, что этот еще типа валит быстрее. Конечно, это может быть самовнушение, но он просто согласится, он едет типа, ну не как спорткар, но быстро довольно-таки. Это вот единственный еще тоже плюс его. Почему я его вообще взял? Так бы я забил хуй, и вон Инфернус бы сейчас угнал, но... Этого делать я не собираюсь. Так! Значит, аккуратно, все. Подождите, как... Стоп, я в прошлый раз не мог найти выезд с этого города. То есть мне нужно было повернуть вот сюда, вот и я... А куда я поехал? Ой, блядь, это было, наверное, самое ебанутое. Ладно, я хотя бы сейчас немножко уже выучил, ребят. Реально, я сейчас просто понимаю, насколько я тупил и катался по тому городу. Блядь, ебаный мост, как он меня задолбал. Да тут... Это не Питер, чтобы разводить мосты, блядь, для кораблей, которых здесь нет. Что здесь, Титаник сейчас должен появиться передо мной или что, блядь? Мне нравится, что они меня еще сигналят. Вы куда хотите, ребят, туда? Да я бы с радостью посмотрел, как вы проедете. Но вы не проедете, я боюсь. Потому что вы же тоже это, типа, ну да. Короче, ребят... Кажется, сейчас я наконец-таки, блядь, доеду туда. И наконец мы пройдем эту миссию. Блядь, 3 часа не прошло. Что? 3 часа? Может, 3 серии? Ну да, 3 серии не прошло. 2 прошло. Так, далеко пиздовать-то мне надо? Пока непонятно. Ну, блядь, без карты, конечно, это была главная, наверное, ошибка при разработке GTA 3, блядь. Вот я не знаю. Потом, понятное дело, что... Подождите, а Vice City тоже нет? Ну, кстати, годно получилось. Только патриот, главное, чтобы я не угандошил. А, при вот в Vice City же есть карта, по-моему, бля, я не могу вспомнить, по-моему, уже есть. Ой, не нравится мне что-то это, блядь. Пацаны, позвольте-ка, да, я уже вижу там охрану ебаную. Позвольте-ка я заеду в амуницию. Я, блядь, сейчас, понятное дело, опять рискую, хотя чем, в принципе, я рискую, ничем я не рискую. Я заеду в амуницию, куплю-ка я себе, наверное, как минимум. О, бля, я уже как свои 3 пальца знаю эти. 3 пальца? Ну такое, бля, чё, пацаны? Булкин недокомплектованный пацан. Ля-ля-ля-ля-ля. Да, это была бы точно плохая идея, ребят, сейчас суваться туда, блядь, вообще без всего толком. Поэтому, пожалуй, я, да. Вот, мне кажется, этого мне хватит. Главное, что есть снайперка, потому что снайперка это на самом деле имба. Объясняю, почему, вы сами понимаете. Потому что можно издалека, когда еще не агрится никто, завалить всех, кто там, собственно, потом, возможно, заагрится. Так, пацаны! Стройка, значит, да? Окей, окей. Я-то чё, я без проблем. Главное, чтобы сейчас на замес какой-то не попасть жесткий, потому что я могу просто налажать. Сарямба. Но я в вашу территорию немножко проникну. Ой, бля, не нравится мне все это, блядь, вообще. Так, вон там вот есть пацаны. Но, блядь, у меня есть лайфхак. Чё, пацаны? Гранатку не хотите ли? Блядь. Не хотите ли гранатку? Блять! На нахуй! На нахуй! Просто закиду... Блять! Так, подождите, за машину прятаться хуёвая идея, она взорвется. Такое, блять! На нахуй! Так, еще вот башка торчит. Эй, я вижу тебя, слышь? Вот эта головушка маленькая, ковбойская. Так... Бля, сейчас главное не огрести, реально. Еще один стоит, смотрите, мы его сейчас выкурим таким вот, сука, способом. Ах ты говнюк маленький. Ну тогда немножко вот так вот. Хе-хе, мясорубка. Так, а тут вообще-то контейнеры были для кого? Ой, в смысле, бочки взрывающиеся, ну ладно. Так, блядь, самое хуевое, вы знаете, да, попасть на ближний огонь. То есть, если я сейчас попаду чуваку прям вот... Бля, надеюсь, здесь нет кого нет. Есть. Чё, пацаны? Как в КС-очке? Как они не сдохли-то, блядь? Блядь! Сука, я этого боялся, блядь. Я этого, сука, боялся. Вот я мог сейчас очень легко запороть все. Сейчас, подождите, друзья, давайте как в КС-ке. Дождь пошел, все нормально. На нахуй! Все равно похуй, да? Блядь, ладно. На нахуй. Хе-хе. Чисто обойму всадил, не пойми куда. Так, друзья, палим обстановку, потому что сейчас может быть очень... Отправляйся на лифте, баба... Блядь, да что происходит в этих миссиях? А, то есть я должен был их раскурить здесь по очереди, да? Но все пошло немножко не по плану, я вроде как раскурил их заранее, поэтому, пацаны, я шарю. 6 патронов надо выпустить, чтобы он перезарядился, а то, сука, обломает меня еще. Блядь, что-то мне не нравится эта миссия, ребят. По-моему, сейчас я грибу, да? Не надо только... Можно, пожалуйста, это произойдет не очень быстро, вот реально? Или... Я не хочу... Хуяси, он такой с анимкой, блядь, как Макс Пейн.
Сейчас ебанут этот лифт, да? Бля, ёпту-мупту. Ребят, я реально не проходил GTA 3. Сейчас, я просто охуел то, что увидел эту балу. Я порежу тебя и брошу на канал истекать кровью! Не стреляй, амиго, без базара, мы все друзья, вот, забирай. Не будь таким засранцем! Просит выбора, крошка. Ух, ну а нахуй, нихуя. Выбор всегда есть, ты чертов ублюдок. Правда, это баба сказала. Прости, это все бешеная сучка, это все она, пор фавор! Ёпту-мупту. Он доказал мне, сука, ты не единственный, у кого есть щиты с картелем. А сука, эта мразь убила моего брата, и я никогда не убивал Якудза, лжец! Мы все видели убийцу картеля. Мы выследим и убьем всех вас, колумбийских собак. Я поиграю немного с твоим другом, чтобы получить информацию и доставить тебе удовольствие. Себе, точнее. Я жду тебя позже, и я уверен, нам не понадобятся твои услуги. Пожалуйста, амиго, не оставляй меня с ней! Она ненормальная, друг! Эй, друг! Если я посылку к Дональду Даку, блядь, лаву. Ёба народ. Чё, блядь, происходит в этой GTA, блядь? Почему все здесь... Бля, сюжет, я вам скажу вам, друзья, такой. Прям-таки, да? Прям нормально. Блядь, если эту миссию провалить, реально хуёвая ситуация может возникнуть. Тут, сука, столько этапов, и нихуя не сохранишься. Я уже прохожу сколько? Наверное, минут 10 эту миссию, ребят. Ебать, то есть Асука сейчас вернется, будет давать нам... Я сначала охренел, думаю, нихуя, что Асука сейчас против нас еще будет. Бля, как эту бабу зовут, которая вот эта сучка нас пристрелила при ограблении, подставила, и вот сейчас она была опять. Убежала крысой, она мне нравится, знаете, она спрыгнула с высотки. Нормально, блядь, что по ХП вообще, ничего, нормально, не жмет, блядь? Годмод-то как, нормально сработал вообще? Такое, блядь. И этот, блядь, голливудский актер, сука, к нему опять приехали. Сейчас просто не хватает какого-нибудь взрыва, и у меня все похерилось. Вот это было бы в моем стиле, блядь. Ху, блядь, длинная, 50 тысяч долларов, друзья. Но мы на этом не останавливаемся. А сука нас снова ждет, но давайте еще третью миссию. Да, серия и так длинная. Че, пацаны, эскорт? На вас можно положиться, друг мой. Что не говори, а это сейчас большая редкость. Мой азиатский друг повезет доставленный вами товар по назначению, но ему потребуется эскорт. Я бы хотел, чтобы вы помогли ему в целости и сохранности доставить этот груз в Пайк-Крик. И дальше своими делами заниматься. А, нормально, поручение дал. Чё там за тачка-то, блядь? Или что тут такое находится? Ёба, народ! А, понял, понял. Патриот мой. Ага, патриот. Хуй рот, блядь. Хуй мне в рот, а не патриот. Ха-ха, блядь. Ну ладно, ладно. Такси тоже сопровождение, правильно, друзья? Правильно. Сейчас бы на такси. Блять, и чё, как его будут... Сорян, бы ты просто налево поехал вроде, дружище. Я, конечно, против ничего не имею. Пацаны, вы когда-нибудь видели эскорт? Инкассатор охраняет таксист. Так, я так понимаю, я должен сразу наперед знать, да, откуда будет атака вообще. Просто как бы я-то разберусь. Просто мне нужно как бы это, чтобы это было не поздно. Кто вообще на нас будет нападать? На нас же будут нападать? Нет, блядь, просто так проехаться, чтобы... Проверка моей бдительности, да? То есть, типа, я должен что-то ожидать, на самом деле ничего не будет. И вдобавок я сам в итоге расхерачу этот инкассатор тем, что буду в него врезаться. Но нет, я нормальный водила, поэтому я слежу за обстановкой. Вот этот КамАЗ мне не понравился, блядь, который вырулил. Чё, пацаны, мусоровоз по встречке поебашил? Ну, бля, пока все вроде нормально, ребят. Ну что-то мне как-то не... Вот мое сердечко, честно говоря, прям ёкает, прям нормально. Я должен как-то это, сейчас угадать, когда, в какой момент. Бля, вот если ты такими темпами, братан, будешь сейчас врезаться во все, ты в итоге сам сейчас это... Может, надо было мне ехать на инкассаторе, а меня прикрывать? Ага. Понял, блядь. Ну все. То есть атака будет чисто на тачках? Блядь, я вот реально застрял там. Че, пацаны, колумбийский драйв? Бля, ну если это будет только так выражаться, то я сразу... Ты чё, блядь, слышь, пёс? Бля, хорош, по мне стреляй. Он чё, регенерируется, что ли, у него ХП? Бля, типа, ну я не знаю. Ебать он расстреливает, слышь? Меня стреляй. Слышь, пёс, блядь! Иди сюда, сука! Блядь. Придурки, блядь!
Ездить не умеют. Бля, пацаны, на самом деле что-то попахивает жарким, да? Да задолбал, слышь, блядь, урод, нахуй. Там таксист работает, нормально, блядь, нормально, работаем, работаем. Сзади, смотрите, придурки эти. Ха, автоподставу никто не отменял. Чего насчет затормозить и заставить врезаться в фуру? Так, я сразу смотрю по обочинам. Бля, нормально они агрятся так-то. Половина хп, бля, ну если он так... Разобрался. Просто разобрался, пацаны. Не растерялся, не стал искать особо ганы, как бы, нормально. Бля, если сейчас нас опять будут встречать, мне это не очень нравится. И, пожалуйста, можно в тоннеле без всякой глупости? Вот реально, я-то, блядь... Так, можно я сразу наперед поеду? Потому что, в принципе-то, и тут ехать особо некуда. Смотрите, он по правилам... Бля, если сейчас сзади будет, это будет хуево. Ну, типа, там какая-нибудь тачка в него влетит. А если спереди, я смогу еще предотвратить. Мне кажется, сейчас дорога будет перекрыта. Вот почему-то вот чую своей жопой, блядь. А еще мне не нравится то, что он тащится за этим придурком, если он может его объехать, он вроде только что был экстремальным пацаном. Да, мы таким образом долго поедем, блядь. Все, она исчезла, да, потому что я... Красавчики, красавчики! Кто? Ты чё, блядь, слышь? Понял, ёпта? Вот так нахуй работает такси, ебать. Ха-ха-ха! Бля, я сначала думал, что он почему-то я могу залететь на этот бордюр, но я так еще никогда не ошибался. Так. Главное, чтобы сзади реально его никто не это. Я-то спереди смогу еще как-то держать это все. Потому что я могу вот так вот боком стрелять. Это заебись. Это заебись реально. Фух, ребят, нормально. Ну зачем? Блять! Ну начинай. Нет, надо отъехать. Надо отъехать, чтобы это говно исчезло. Так, друзья, лайфхак GTA 3. Все, исчезло. Нормально, нормально. Пропадающие машины, это всегда весело. Так, окей. Что там дальше? Кто-то по-любому должен стоять на обочине в ближайшее время. Вот прям чую своей жопой волосатой. Реально кто-то сейчас будет стоять. Поэтому я как бы... Он опять уперся в тачку. Блять, надо отъехать. Друзья, лайфхаки работают. Ага, хорошо. Так, вот здесь точно стоит какой-нибудь ублюдок, блять. Да ладно, серьезно? Там налево, наверное, да? Лучше мне, блять, дай... Вот миссия лучше была до... Вот... Бля, там, по-моему... Нет, мне показалось. Мне показалось, там был этот... Тачка колумбийцев. Лучше бы мне этот отель показали до, блядь, той миссии, где я искал этот отель. Отель? Тоннель. Да, тоннель. Ну, вы поняли. Что за звуки? Я думал, он перевернулся, я уж испугался. Бля, половина хп. Я еще не знаю, просто сколько нам ехать. Так-то все мне нравится, конечно. А, блядь. Ну не надо тупить, блядь. Ну не надо, пожалуйста. Блядь, копы перестраивающиеся еще. Надо отъехать, чтобы исчезли там тачки. Все, давай, давай. Расчищаю тебя, расчищаю дорогу инкассатору тем, что проезжаю дальше, чтобы они тачки исчезали. Это заебись, друзья. Это тактика GTA 3, реально. Просто, которая работает всегда. Так, здесь по-любому будет. Вот прям 100%. Я прям чую своей... Даже не жопой даже, блядь. Я не знаю, всем, чем у меня есть. Я надеюсь... Я просто боюсь далеко от него отъезжать. Сейчас напишут еще, что я покинул эту... Ну чё? Это место нам уже запомнилось тем, что... Там еще стоит. Блять. Блять. Блять, блять. Нет, пожалуйста. Ну, если я провалю, я просто, блять, лохом буду. Копы, ну, пожалуйста, ну нет. Блять, держись, малыш, держись, пожалуйста, держись, блять. Фу, как я сейчас... Блять, я если... Понимаете, он меня мог взорвать сразу. Все, пизда начинается, да, какая-то? Или что тут происходит? Бля, утырки, ёпта. Пиздец, блядь, ну стойте, блядь, мрази. Блядь, только не взорвитесь рядом с этой хуйней, пожалуйста. Пизда, ребят, хп, очень мало хп. Я не знаю, куда еще ехать ему. Но все, я сейчас не могу вообще ошибаться. Куда, сюда? Кто стрелял сейчас? Ты правильно хоть есть, братан? Блять, ну не надо говорить, что он сейчас не туда поехал. Просто вот... Спасибо. Просто спасибо.
Я просто сейчас, и знаете, я бы сказать, что я бы сейчас охуел, если бы я провалил миссию, то из-за того, что этот придурок бот бы сейчас начал тереться об стенку и наносил бы себе тем самым дамагу, и я бы проиграл эту миссию. Ничего не сказать. Так, я правильно еду на выезд же? Я боюсь эти мосты, реально, я боюсь. Сначала, блядь, облава ЦРУ. Потом, блядь, облава... Ой, в пизду. Короче, реально, серьезно, это полный, конечно. Ребят, все, надо заканчивать эту серию. Я поехал сохраняться, собственно, уже не буду это снимать, наверное, не думаю. Надеюсь, что уже ничего не произойдет. Сейчас возьму себе быструю машину сразу, чита хотя бы. Ребят, поддержите эту серию лайком. Опять же, 20 тысяч лайков, следующая серия на час. Я так понимаю, что у нас, судя по статистике, уже, наверное... процент прохождения игры 30%, мы в это не верим. 47 из 73 заданий выполнено. Я думал, что-то больше мы уже прошли. Ну, слушайте, оказывается, еще много. Поэтому это самое. Ускоряемся потихонечку. Ребят, все, увидимся. Не забывайте подписываться на канал, если тут впервые. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ну, собственно, поддержка в виде лайка. И обязательно комментируйте. Все, ребят, увидимся. Кстати, у меня дом-то... Блять, у меня дом был, да? А ну хотя зачем мне тот дом-то в третьем городе, если у меня там никого пока из миссии-то нет? Кстати, мы в третий город заметили, едем, ездим постоянно, но и пока у нас там еще никого нет, кто нам миссии дает. Поэтому, скорее всего, вот уже в следующей серии мы получим какого-то нового перса, который будет давать нам миссии конкретно в третьем городе. А то мне эти покатушки, блять, уже вынуждают реально. Просто заебывают очень жестко кататься туда-сюда. Все, ребят, теперь точно. До новых встреч, пока-пока.